Всем привет, ребята, с вами Дмитрий Декс, и сегодня я вам расскажу, сколько нужно знать World of Tanks, чтобы получить всю прем-технику. Я буду считать именно всю технику, которая доступна у нас в ангаре, а не которая доступна у нас в премиум-магазине Wargaming. Также в конце ролика я вам скажу общую сумму, сколько нужно задонатить в World of Tanks. И также я вам скажу, сколько нужно задонатить для одной нации в World of Tanks. Ну а если этот видос вам понравился, то оцените его лайком и подпишитесь на мой канал. Также ждите на следующей неделе новый видос по рубрике моей «Ради прикола», где я буду от первого лица летать в космос. Так что, ребята, набираем 5 лайков, и я выпускаю видос, где я лечу уже от первого лица